Просто поймите меня, кто мою потом семью кормить будет? Никто. Жена твоя выйдет и будет работать, да. Если не работает. Что, моя семья государству нужна? Она нахуй кому не нужна, я не верю государству. Вам будут выплачивать зарплату там на службе? Когда? Она там я нужна, она подробно. Как? Куда? Вы не знаете. Потому что тебе знают военные. Они военные. Какие? Ребят, какие нахуй военные? Скажите мне. Я не отказываюсь от этого. Вы от слов от своих отказываетесь. Шаблы все, значит, всеми мы кто? Объясняю. Кто объясняет? Вы, ваш правительство, вы выиграл. Красавчик Степанов! Ты молодец. Мясо, мясо.